В этом году газете «Актобе» исполнилось 100 лет. Издание с вековой историей является настоящей кузницей кадров для журналистики региона. В честь юбилея коллектив газеты и группа представителей интеллигенции посетили Байганинский регион, где почтили память местных писателей и поэтов. Не случайно поездка, посвященная столетию газеты «Актобе», прошла именно в Байганинский район. Ведь именно из этого края вышли столь известные личности, оставившие яркий след в казахстанской литературе, как Тобык Жармагамбетов, Есенбай Дусенбаев и Кожигалий Мухамбеткалиев. Это, можно сказать, священное место. Место, где родились многие известные личности. В Байганинском районе очень много читателей нашей газеты. Мы надеемся, что и в дальнейшем этот край породит многих выдающихся людей. Визит группы представителей интеллигенции, прибывших в район, начался с посещения села Жаркамыс. Здесь они приняли участие в церемонии открытия мемориальной доски, посвященной Акмырзе Маханову. Каждый гость, который посещает наш район, обращает внимание на село Жаркамыс. В свое время этот поселок был райцентром и местом, где родились многие известные писатели. Поэтому Жаркамыс имеет особое значение для наших гостей. Второй день поездки в район продолжился в караулке Льды. Жители района встретили песнями и устроили праздничный концерт. Та же коллектив газеты встретился с читателями. Почему газета «Актобе» решила начать свою поездку именно с Байганинского района? Потому что это край поэтов, батыров, писателей и многих известных ученых. За эти два дня мы вспомнили о том, какой вклад они внесли в развитие нашего региона, нашей страны. Особенно важна эта встреча для подрастающего поколения. Далее мероприятие продолжилось обширной концертной программой. Аким района Айбек Купенов поздравил коллектив газеты «Актобе» с юбилеем. Газета «Актобе» не просто печатное издание. Это хранилище истории нашей области. На сегодня Союз государств и СМИ стал крепче. Вы поднимаете самые актуальные и насущные проблемы в регионе. Хочу поздравить коллектив с юбилеем от имени всех жителей Байганинского района. В ходе вечера директору ТОО «Актобе Медиа» Раукину Отыншину было присвоено звание почетного гражданина Байганинского района. Байганинский район занимает особое место в моей жизни, поэтому мы не могли прийти с пустыми руками и привезли ценные подарки. Ведь в этом году, помимо юбилея нашей газеты, в регионе будет отмечаться юбилей многих известных личностей. Даже от имени газеты «Актобе» были вручены благодарственные письма. На встрече с читателями жители района были награждены памятными подарками. Вместе с тем коллектив газеты вручил путевки в санаторий и лагерь лучшим ученикам. В прошлом году 90-летний Бесин Жаканула получил звание почетного гражданина Байганинского района. Ему коллектив газеты предоставил сертификат на лечение. Вдобавок, срок сертификата был не ограничен. Бесин Аха мог в любое удобное время поехать. Все это благодаря газете «Актобе». На достигнутом коллектив газеты «Актобе» останавливаться не намерен. Журналисты планируют посетить все районы области. Владимир Федотов, Жанель Дисагиев, телеканал «Актобе».